Дона де Іпанема, девушка из Іпанеми, одна из наиболее известных босанова композиций. Была написана в 1962 году музыка Антонио Карлос Жобин, текст Венисиус де Морайс. Пик популярности песни пришелся на середину 60-х годов. Гарота де Ипанема занимает второе место среди всех существующих песен по количеству записанных на нее кавер-версий, уступая только Yesterday Beatles. А вот такой примечательный факт. Ну и история этой песни тоже весьма интересная. Прообразом героини песни считается Элоиза Пинейро, в то время 17-летняя девушка из элитного района Ипанема в Рио-де-Жанейро. Каждый день по пути на пляж она проходила мимо популярного кафе «Элозу», где ею любовались постоянные посетители, в том числе будущие авторы композиции Морайс и Жобин. Эта песня принесла авторам миллионные лицензионные отчисления. Элоиза Пинейро, героиня композиции, тем не менее, ничего из них не получила. Но позже открыла магазин одежды под названием «Девушка из Ипанемы». А наследники соавторов песни подали за это на нее в суд. Тем не менее, суд принял решение в ее пользу, и даже бар «Элозу», где происходила встреча с этой волшебной девушкой, теперь тоже называется «Девушка из Ипанемы». А улица, на которой он находится, названа именем автора текста песни де Морайса. Вот такая легендарная композиция, версию которой мы сейчас услышим в исполнении «Септет Джаза».